Катя, у тебя стало супер круто, слышно. Просто сразу нужно было это сделать. Я тоже не мастерица эфиров, я не закрепляю название. Вот нам там подсказки все сделали. Спасибо, Дмитрий. Так, скажи, сколько у тебя вообще отменилось съемок, и что, ну, если не секрет, что это были за съемки, как это было, то есть это прям в последний момент отменялось, и что сейчас вообще говорят заказчики, с которыми ты работала, когда они планируют все вернуть на прежний уровень? Пока вообще нет никакой информации, если честно. Если прям вот на 100%, я даже не могу... То есть вообще коммуникация на данный момент скорее прервалась. Вот. Угу. Все очень испугались, мне кажется. Ну вот, как-то так. Спрятались по домам и... Не знаю. Ну, то есть, единственное, что они вот делают, да, они пытаются работать. Ну, мне приходил тендер недавно в Лондоне. Вот буквально неделю назад был запрос на съемку большую, очень коммерческую. Прям, ну, типа, я очень удивилась. И съемочная дата была 30 марта. И я говорю, ну, окей, как бы я, конечно, не против, но я уверена на 100%, что этого не будет. То есть все в таком подвешенном. Смотри, я знаю, что кроме съемок ты всегда много преподавала, читала лекции, писала, что ты сейчас, ну, чем ты сейчас занимаешься, как ты к этой ситуации адаптируешься, что ты хочешь делать, чтобы, ну, выжить в моде, как это еще назвать, не знаю. Слушай, мы сейчас вот с русским порталом Skillbox делаем большой онлайн-курс, и это совпало просто, потому что... Ну вот, спасибо, кстати, кто-то из вас меня посоветовал им, и, в общем-то, из-за этого я и делаю курс. И так получилось, что мы это задумали гораздо раньше, чем весь карантин этот случился. И, в общем-то, получилось так, что у меня есть сейчас время и возможность заниматься этим гигантским объемом работы, потому что это гигантская работа какая-то. То есть, если раньше я думала, что люди, которые делают онлайн-курсы, это просто какой-то там... Вот так вот сделали, и оно там само... При том, что я вообще не делаю, естественно, никакой продакшн, ничего, я просто пишу курс, и я чувствую, что я как будто бы пишу какую-то книгу невероятных размеров, и, в общем... Ну, в общем, вот это я делаю, как минимум. Я, конечно, думала о том, чтобы заняться своей какой-то онлайн-деятельностью, ну, потому что я преподаю один на один, да, с людьми, общаюсь там периодически, очень редко, потому что это занимает какое-то время и силы отнимает. И я сейчас, в принципе, думала, может быть, это сделать, но потом я осознала, что, если честно, вот все говорят про вот это... как бы изоляцию, да, такое неприятное слово, но у меня просто так же идет работа, как и раньше, просто я не снимаю, но я делаю вот эту, по сути, компьютерную работу, у меня нет времени, я не могу успеть все это сделать то же самое. Ну, в общем, единственное, наверное, что сейчас могут люди сделать, которые там не пишут курс, как я, это вот действительно работать на, ну, какое-то планирование, там, делать ресерч, и очень круто, вот, например, тут у меня Америка живет, так случайно тоже совпало, что, ну, фотограф, она осталась у нас. И как бы вот она что делает? Да, она, думаю, зайдет скоро. Вот. И она сейчас делает работу с архивами, проводит со своими, да. Она формирует там портфолио, плюс она занимается своим творческим проектом, то есть она связывается с людьми и как бы пишет. То есть это тоже очень много времени занимает. Ну, то есть подготовка всего. Да, в плане получается... коммерческой штуки, я помню, что ты писала, по-моему, у себя в Телеграм-канале, что ты вот сейчас предметкой занялась чем-то еще. Ну, вот какие-то твои советики, там, что делать фотографам. Понятно, что многие там из тех, кто нас смотрит, они не работали там с крупными какими-то изданиями или с чем-то еще, им хотя бы какую-то поддерживают активность, какой-то коммерческий хотя бы небольшой доход получать. Вот, ну, что ты посоветуешь, какие меры можно принять, чтобы оставаться на плаву? Слушай, мне кажется, что сейчас будет вот такой контент, как бы действительно как бы изолированной работе. Я подумала, что почему я писала про предметку, потому что это минимальное взаимодействие с людьми, но тебе всегда могут прислать какие-то объекты, да, и ты можешь их поснимать и все такое. Я еще этим не начала заниматься, но я предполагаю, что это так произойдет. Плюс вот у нас сейчас там, ну,
как сказать, вот даже мои агенты, которые вообще не занимаются, например, такой фотографией как бы повседневной, они такие: Кась, у тебя есть просто там пустой улицы фотка или еще что-то? Ну, типа, мы ее продадим быстро, потому что сейчас новостные вот эти все порталы, газеты, они покупают людей в масках, какую-то хрень. Ну, то есть это, конечно, вообще не имеет отношения к нашей работе, да, по сути, ну, там, к моей к портрету, там еще... Но прикольно то, что ты как бы можешь выйти, просто снять пустую улицу и попробовать ее продать, потому что, ну, как бы это то, что... Ну, да. Ну, в общем, это этой серии вообще такой лайфхак, ну, там, бонус. Вот. Или там, может быть, еще что-то. Даже... И тут люди стали переживать, что их могут засунуть в новости. И вот мы стояли на остановке, у нас было такое приключение несколько дней назад. Мы решили поехать и посмотреть на апокалиптический Лондон с утра. С нашей, ну, всей нашей квартирой. У меня тут сестра, муж и Эми. И Эми сфоткала девушку на улице, и мы проехались в автобусе, потом вышли из автобуса, и она подошла и начала как бы просить ее удалить эту фотку, потому что она была с пакетами продуктов, с туалетной бумагой, ну, вот этот классический лук карантинный такой. Мы, наверное, начала переживать, что... Да, но здесь вообще то же самое, ну, как бы происходит вообще. И, в общем, она попросила удалить, потому что она подумала, что, возможно, мы ее можем продать. Ну, то есть, такое. Ну, как один вариант, да. А смотри, вот. Какие-то вот навыки. Сейчас, конечно, все бесконечно постят там всякие курсы, там проходите курсы, учитесь. Но у нас как бы нет времени, мы в редакции работаем, я все эти радостные подборки только составляю. Как ты думаешь, какие навыки вот можно прокачать в это время непростое фотографу? То есть на что обратить внимание? Сейчас же тенденция к диджитализации, сейчас все совершенно точно диджитализируется. То есть, ну, вот что, может, какие-то скиллы стоит прокачать, на твой взгляд? Но мне кажется, вот работа реально с диджитал-контентом, типа видео, всякие гифы и прочее, это действительно очень круто, и я уверена, что это будет еще больше развиваться. Сейчас уже, например, даже вот наш курс, где я преподаю в UL здесь, в London College of Fashion, он раньше назывался BA Fashion Photography, его сейчас переименовывают, он будет что-то там digital media какие-то вообще, или какие-то медиа, или fashion media. Ну, то есть они это делают, чтобы интегрировать вот этот digital контент весь, хотя почти все студенты на пленку, естественно, снимают, но как бы они хотят интегрировать вот эту там работу с материалом, да, в каком-то новом ключе, чтобы просто... более был современный такой специалист. Да, потому что... Ну, потому что бренды, да, им нужно уже двойной контент и стилы. Ну, например, я даже могу пример привести. Вот у меня работа иногда отпадает, потому что у меня есть коллега один, Лоренцо, и он снимает видео, его часто просят там пофоткать. Вот, например, для Acne Studios он работает, он все кампейны снимает. И он говорит, я говорю, блин, чувак, я говорю, хочу тоже для них снять. Он такой, да на самом деле я им просто вот я им делаю скрины из видео. То есть они снимают видос, а скрины идут как фотоконтент. Ну, то есть как бы вот такие вещи происходят. Так что вот эти скиллы точно нужно прокачивать и заниматься какой-то креативной такой деятельностью с готовым материалом. Может быть, у вас уже что-то есть, чем можно сейчас поэкспериментировать и найти какой-то там новый, не знаю, визуальный язык и подачу старого как новое. Ну, мне кажется. Мы вчера как раз писали Mad Friends, Марка, выпустили очень прикольный лукбук в виде такого видео, ну, типа, как в виде проходки по подиуму, видимо, как просто склеены, смонтированы кадры, и это очень забавно выглядит. Может, ты видела какие-то интересные, красивые кейсы того, как бренды локальные, в том числе, может, лондонские бренды или крупные бренды подают, ну, вот, подают свой визуал в новых условиях, работают с контентом? Тут Эми пришла в блёстках вся, красиво. Просто очень плохо слышно, невозможно говорить на громкой связи. Но она сейчас, я даже предлагаю, может быть, она пару слов скажет, если я про это отвечу и передам. Давай, в общем, насчет брендов, да, есть прикольные всякие маленькие бренды, конечно, они больше экспериментируют сейчас, чем остальные, делают очень много, ну, вот этот Инстаграм-контент, он прям классно работает. И я заметила, что, в принципе,
Вот чем меньше бренд, конечно, тем прикольнее, интереснее у них задачи, и тем они смелее. И когда ты находишь просто... Какой-то есть бренд? Ой, как шумно. Что-то у тебя там падает. Все, слышно, хорошо мне стало. Да-да-да. Есть такой бренд, я вот все время забывала, как они называются. Они, по-моему, австрийцы. И вот они, например, сделали очень прикольный такой инстаграм-кампейн, где модели как бы в лифтах проезжают, выезжают, и там открываются двери, меняется лук. Ну, блин, это очень прикольно выглядит. Если честно, это не так сложно реализовать. Вот, это гораздо... круче там, чем просто фото. Хотя, конечно, мне довольно страшно это говорить, потому что я фотограф. Ну, хотя я видео тоже занимаюсь, но все равно, блин, фотография мне нравится. Это просто фотография обычная. Но на самом деле, да, вот эти все штуки, которые сейчас внедряются, они говорят о том, что, возможно, скоро будет все немножко по-другому. Хотя уже был такой момент фотографии в 2012 году, когда все начало превращаться в какой-то 3D, в диджитализацию и так далее. Это называется процесс медитализации. Мы это даже проходили в институте. Но он, как и любой тренд, и как любое какое-то явление, это всегда вот так происходит, да? Ну, то есть, если все в 2012 году с ума сходили по 3D, то в 2015 бум пленки — это абсолютно логичное продолжение. То же самое будет. Ну, то есть вот если сейчас весь контент задвижется и превратится в безумное количество гифок и так далее, потом он опять успокоится и превратится в фотографию. Потому что в моде как это... Ну, это как любой тренд, да, то есть там... Это просто сложно держать его очень долго, потому что он надоедает, и люди перестают на него просто реагировать, а брендам нужно, чтобы на него реагировали. То сейчас есть... тоже где-то читала про то, что... Ну, уже же был такой опыт съемок, это практически классика фотографий, да, про то, как там отправляли моделям вещи, и они сами фотографировались в этих вещах. А как вот думаешь, вернутся ли эти форматы, или, может, что-то новое появится? То есть, ну, как вообще будет выглядеть фотография брендов? То есть, потому что куча визуала у брендов, у кучи брендов замешана вот именно на профессиональной какой-то фотоработе. То есть, как это будет выглядеть, на твой взгляд? Что появится, какие новые форматы? И как можно интересно поработать? Селфи вернуть? Мне кажется, что... Да, мне кажется, что вот, вот вам сейчас Эми даже расскажет, если это не секрет, я не буду за нее говорить, вот ей тут предложили одно, там тип сотрудничества, например, с агентством, или я думаю, что просто произойдет сужение расходов и очень большая как бы компактизация всей команды, да, то есть если раньше, даже не знаю, 15 лет назад съемка, это было что-то невероятно гигантское, то сейчас это все меньше и меньше и меньше становится, то возможно сейчас это вообще, то есть я не думаю, что фотограф как профессионал отойдет, все-таки это разные... Ну, как бы специфики, да, когда модель сама себе делает в селфи, или когда там есть человек, который ее координирует, это все-таки разные вещи. Но все равно, мне кажется, вот этот путь сократится между специалистами. Угу. Вот. Эми в блестках? Да, Эми в СМИ. Вот это. Видеть очень тоже. Немножко спутаем чуть-чуть. Сейчас, ребята, немножечко... Дилей. Блин, это такой, это просто бонус-трек. Я вот сейчас пока представлю нашего нового спикера, которому посыпались сердца для блестки и вообще за присутствие. Это Эми Америка, фотограф. Ой-ой-ой, так. Да-да-да. Практически. Все, еще чуть-чуть. Сейчас находится рядом с Катей Туркиной. Они вот вместе тут самоизолировались и придумывают, как менять мировую фэшн-фотографию. Я думаю, что у них получится. Да, Эми придумала тут еще... Ну, пока мы придумали только коктейль карантине. Точнее, его Эми придумала, а мы как бы просто поглотили его. Это ты когда запиваешь витаминку Беллини. Хорошо. Я свою версию, потому что Мартине Ли не нравится. Вот. Но нет, у нас несколько... На самом деле, я очень советую... Вот я сейчас задала ребятам с курса это сделать, но я хочу, чтобы мы тоже этим занялись. Такой есть художник-фотограф, на чью лавончие книжки мы успели сходить. Мне кажется, последнее, что мы успели социальное сделать, пока не начался карантин. Yeah. Вот. Макс не смогу привести его в мире, к сожалению, но мы можем написать. И, в общем, он сделал целый челлендж всяких штучек, которыми фотографы могут заниматься, пока у них нет заказов. И там разные промпты, 27 на данный момент, из серии «Сделать макияж только из того, что есть в холодильнике». Или собрать...
свою пыль в животных. Вот. Я предлагаю вам заняться этим сегодня. Да, наверное, если... Ой, я тоже накатаю кота из кота, да. Это, ну, просто, по-моему, это просто это невероятно. Ну, вообще, интересная пометка про Макса, что он как бы последний кампейн Гуччи снял в видео. То есть это не просто какой-то сумасшедший чел. Да. Это как бы очень крутой художник и фотограф. Да, и он делает такие челленджи в Инсте, он собирает этот контент потом как бы в посты. Ну, это вообще очень прикольно выглядит. Он такой делает self-generated типа контент. Ну, просто мне кажется, что это еще просто невероятный пример какого-то художника 21 века. То есть когда... Концептуализм, наверное, это главное, что является чем-либо, да, то есть мы боремся в основном за идею, и Макс это как бы просто вот, не могли с ним слово «эпитеме». Я постоянно перевожу на русский «кипите», но мне, ну, это не то. Я не знаю, что... Ну как квинтэссенция вот этого для меня. Анасенция, слово вот, да, я вспомнила. Потом 21 века для меня, вот. И хотела вот с ним встретиться, болтать, но в карантине. Ну, позовите его на карантине, на онлайн-карантине, может быть, так. На онлайн-карантине максимум, да, тут всех пока присадили. Ну, на самом деле, вот, расскажи еще про модельное агентство, если это не секрет, которое тебе предложили новый тип, ну, типа, делать эти скрины. А, да, мне написали вчера Premium Models, это довольно большое агентство в Лондоне, что во время, когда хотят сделать коллаборацию с каким-то количеством фотографов, я сейчас не знаю, с каким, где ты можешь брать модели, которые тебя интересуют, из их, которые находятся сейчас дома, потому что карантин, и снять с ними какой-то проект по веб-камере. И это звучит довольно забавно, и они придумали как бы это сами. Так, там же связь. Ну, это уже естественно. Да, не то чтобы... А ты слышишь нас? Ты слышишь, Шеми? Да, я слышу, просто вы зависаете. Сейчас слышу, да, сейчас все хорошо. Ну, как бы есть не один уже проект, естественно, снятый таким образом. Там у Колье Шор было это в книжке про Пола. В последнем редишене это было. Антон Рева так снимал. Даже я так снимала один раз в жизни. Ну, то есть, как бы это не то, но это новый формат в плане чего-то... Взаимодействия с агентством. Да, как бы какого-то... Ну да, взаимодействие, наверное, хорошее. Они тебе заплатят? Да вряд ли. Не знаю. За интернет. Да. Заплатить за хороший интернет, чтобы не было качества, как сейчас. Да-да-да. Пришлите пачку гречи. Я вот тут недавно подумала, что будет... Да. Что будет, если интернет отключит еще? Ну, это вообще будет страшно, потому что кажется, что диджитализация — наша единственная надежда на все. Диджитал-модели, какие-то диджитал-приемчики с фотографией. И, наверное, без интернета будет страшно, мы не сможем друга поддержать и поделиться, как мы сейчас с вами это делаем. Но на самом деле, вот... Помимо, конечно, всех страшных вещей, связанных с экономическим, с экономической составляющей нашей работы и всего бизнеса, и вообще всего мира, мне кажется, что очень много чего полезного можно успеть делать в это время. Например, как бы я первый раз реально за, я не знаю сколько, у меня почти кончились долги по всяким персональным проектам, которые, насчет которых тебя постоянно дергают, а ты не можешь их делать, потому что это дедлайн чего-то, что выходит в печать. Естественно, то, что идет в печать, имеет приоритет над тем, что ты делаешь просто так. И сейчас я разобрала практически все это. Как тебе повезло. Наконец-то, да. Типа, вчера села делать, ну, вчера села писать, точнее, первые реквесты для такого совсем личного проекта, вообще не связанного с моей работой, скажем так, кроме того, что это фотография. И это очень интересное ощущение, потому что реально это вещи, которые я откладывала в районе года где-то в голове, и сейчас, наконец-то, нету какого-то оправдания перед самим собой, почему ты их откладываешь. Но на самом деле, естественно, помимо того, что тебе не хватает времени, это еще и морально немножко сложные вещи, потому что, ну, любое личное искусство, оно более эмоционально тяжело нагруженное. Тяжело с ним. Да, через себя просто нужно сложить. На самом деле у нас еще так нам повезло, просто мы реально, я постоянно работаю, и даже моя сестра постоянно учится, Эми постоянно тоже работает, мой муж тут сидит, постоянно работает, то есть у нас такая атмосфера, ну, как бы у нас спокойно очень, и мы там вечером что-то делаем, смотрим кино, но в целом мы реально постоянно работаем, и из-за этого есть такая некая атмосфера того, что тебе тоже хочется что-то делать, ну, то есть мы не паникуем и не плачем от того, как нам хочется в паб или пойти там тусить, конечно, нам хочется, но в целом мы как-то так настроились и спокойно просто занимаемся своими делами. Ну, еще мне кажется, этот факт, что у нас какой-то
хоть Кате немножко, что это не нравится. Мне, например, очень нравится, что здесь некая довольно здоровая рутина, что мы относительно рано встаем, мы занимаемся каждый день йогой, мы смотрим какой-то хороший фильм вечером. Это типа настолько... Пьем хорошее вино. И как бы, не знаю, просто в моей жизни, которая совершенно происходит в хаотичном порядке, я живу на 150 стран, я не знаю, как бы я сейчас тут в основном потому, что просто мне негде жить, я не снимаю сейчас нигде квартиру, и поэтому я снимаю у Кати. Вот. И... Нет, я думаю, что это плюс огромный. Это очень классно, что есть какое-то что-то grounding, потому что, по сути, я когда думала, что возвращение в Москву, я поняла, что я очень сильно запаникую там, если я буду реально сидеть в квартире одна. Ну, это тяжело, но я хочу сказать, что вот я сегодня посмотрела видео Кирилла Серебренникова, и он там... Про то, как сидеть дома. Мне очень понравилось, я специалист по самоизоляции. Ты видела, да? Я не видела видео, я видела такое. Да-да-да. Это очень мило. Он говорит очень правильные вещи, что, во-первых, это никакая не изоляция, что это отдых, что это возможность побыть наедине с собой. И даже если у вас нет напарника для того, чтобы выпить или там поболтать вечером, хотя скоро нам, возможно, будет уже не о чем говорить, кстати... Но если... Вот мы с вами уже не о фотографии. Я тоже думала, что... Да, но имеется в виду, что мы будет зато... Ну, потому что на самом деле мы о фотографии тебе уже все сказали, потому что мы работаем над своими делами, и пока... как вот я хотела еще сказать насчет работы, что очень важно. Скорее всего, выяснится, что будет и как будет происходить через несколько недель. То есть сейчас, поскольку у нас здесь только все закрылось, и вообще кризис только как бы вот этот, к сожалению, начался, ничего не понятно. То есть я не могу ничего сказать. Mm-hmm. Единственное, что мы можем посоветовать, это работать над собой, готовиться к каким-то новым форматам, действительно просто делать ресерч и вдохновляться, чтобы с новыми силами войти в работу, а сказать, вот, ребят, вы знаете, вот так-то будет сниматься с обложкой. Да уже, на самом деле, вон, Vogue Italia нарисовали себе обложку, им уже фотограф не нужен. А внутрь контент они попросят кого-то снять также на вебку или там сами что-то придумают. Они запустили там, например, серию хэштегов, они просто собирают материал по Инстаграму. И это все пойдет в номер следующий. Ну, то есть имеется в виду, что будет куча сейчас креативных идей, как решить вопрос с контентом, но я все равно считаю, что профессия фотографа за месяц не умрет, и вот эти все вещи, вот наша индустрия никогда не будет прежней. Да, она не будет прежней, но это не значит, что у нас просто вот сегодня закончилась работа. Конечно, ну, то есть это абсолютно абсурд. Просто надо расслабиться немножечко. Мне кажется реально, что сфокусироваться на каких-то своих делах, начиная от разгребения долгов и кончая с какой... Например, если вам хочется выучить новый скилл, я не знаю, например, хотелось смонтировать видео научиться, или там почитать кого-то, что вы долго откладывали, или посмотреть чьи-то там лекции. Это же супер время. Ну, вот как бы я это говорю, потому что это реально то, чем я планирую заниматься, и пока что это, правда, первый раз, когда мне это вышло сделать, с тех пор, как я поставила себе цели пару лет назад, как бы, история. Два года. Но мне кажется, это как раз вот очень хорошее время, чтобы немножко замедлиться и вот все осознать. Меня поразило вот то, что я видела тоже, наверное, кто-то, какой-то фэшн-фотограф сфотографировал дельфина в канале Венеции, про то, как очистил здесь каналы, как... Ну, просто, наверное, моде и вообще нам всем в целом нужна такая какая-то легкая терапия, перезагрузка, что ли. И особенно людям, которые творят, которые все время в потоке, потому что это какая-то вечная гонка. И я рада, что в целом, у вас да. сложился какой-то такой духовный коворкинг. Слушай, да, ну вот насчет всяких, да, это точно, насчет всяких вот проблем рабочих, я просто вам советую еще раз, возможно, сделать подобный эфир, просто когда будет уже более результат, ну вот больше последствий. То есть просто сейчас это, знаешь, из серии как на кофе погадать. Вот когда мое агентство выйдет с работы через месяц, я тебе расскажу, что было дальше. Вот что реально у меня с работой здесь случилось. Эми тебе расскажет. Хотя ей вот сейчас в России тендер пришел. Ну как бы в России вообще все такие, а что, почему мне сфоткать кампейн? Люди там как бы загибаются просто. Я думаю, что он отложится, конечно же. Но ты рассказала про то, что про стоковые фотографии? Да, то, что начали... Да, про фото пустых улиц. Ну, да, не только. Еще, например, пришли запросы на бьюти, на кучу всего неопубликованного. Вот сейчас, ребята, кто слушает, фотографы, у кого есть бьюти, всякая фигня, может быть, вам даже стоит написать в журналы, что у вас вот есть такой контент. Никогда не знаете, что у вас купят сейчас.
Ну, это как бы серьезно, по-любому. Мы друг друга пофоткаем, мы ими сделаем макияж, мы тоже с тем, кто в холодильнике. Кстати, пришлите потом обязательно фамилию этого парня, который челлендж придумал, потому что мы тоже опубликуем, всем расскажем. Катя, Эмма, спасибо вам большое, была очень рада вас слышать и видеть. Я вам шлю поцелуи в Лондон. Пока. Желаю вам хорошей не самоизоляции, а духовной практики. Обнимаю. Отдых и работа. Пока. Пока. Спасибо всем, кто был с нами. Пока. Всем спасибо.